Сначала губернатор осмотрел центральный городской пляж, места размещения, в том числе базу, где будет жить сборная Дании во время чемпионата мира по футболу. Затем провел выездное совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии. В его ходе были рассмотрены вопросы подготовки к летнему сезону. В частности, речь шла о мерах безопасности в местах массового пребывания людей. Участники заседания также обсудили механизм действия курортного сбора.